Опять мне стучат в эту чертову дверь. Ты кто? Друзья, я снимаю опять экстренное включение. Опять, видимо, ко мне пришел кто-то, школьник какой-то, не знаю. Я пущу его, но я буду снимать это все на видео. Привет! Привет. Ты уже вход. Ну да, ладно. Проходи. Я тебя хоть и не пускал, но проходи. Дорогой друг, если ты хочешь так же, как я, снимать ролики антикрипт-шоу, зарабатывать миллионы просмотров в YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере CGCraft. У тебя будет практически опкой доступны почти все права сервера. Ты сможешь кикать, банить, влезать в регионы гриферов, менять себе абсолютно любой префикс, пользоваться топориком, а также сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба. А самое главное, ты сможешь вычислить IP грифера с помощью простой команды син, и так же, как я, находить гриферу и снимать антикрипт шоу в реальной жизни. Мы специально разработали привилегию владелец сервера таким образом, чтобы каждый из вас смог снимать ролики антигрифер-шоу на сервере CGCraft и становиться популярным. Несмотря на то, что наступила осень, все еще действуют летние скидки, 97% остался один день. Скоро привилегия будет стоить 6000 рублей, поэтому не упускай свой шанс. Заходи на CGCraft и снимай ролики антигрифер-шоу. Всех жду, ребят. Ты кто? Меня зовут Леша, я хочу владелец сервера. Ты меня как нашел вообще, Леша? У моего брата есть владелец сервера. Он набрал твой син, и ему нас ник. И поэтому ему выдался твой адрес. Я понял тебя, так. Ребята, дорогие друзья, я сейчас снимаю, вот смотрите, это Леша, видимо. Ты, видишь, я камеру у меня в руках? Конечно, вижу, чё? Я тебя снимаю и выложу это на YouTube заранее, да? То есть ты знаешь, кто я такой? Да, я знаю. Кто я? Я твой подписчик. А, ты мой подписчик даже? Конечно. А что я снимаю? Майнкрафт. Да, смотрите, друзья, значит, у меня тут, ко мне домой пришел мой подписчик даже, который следит за моими роликами. Значит, а что же ты хочешь от меня? Зачем ты пришел ко мне? Ну, я же говорил уже, я хочу... Это как это называется? Владелец сервера? Да, владелец сервера. На CGCraft? Ну да. Я хочу быть админом, твоим помощником. А мама вообще знает, где ты находишься? Она не против, что ты здесь? Ну, я думаю, нет, но она не знает, где. Так, конечно, конечно, не очень хорошо, что ты ко мне домой пришел, потому что, как бы это... Ну ладно, ты, в принципе, это вряд ли тебе это важно. Дорогие друзья, вот зрители, что мне с ним делать? Я думаю, вот мне хочется дать ему привилегию, потому что он мой подписчик, и раз уж ко мне он пришел домой, то он, смотрите, какой хороший мальчик, хороший парень. Да. Ты, у тебя в портфель, ты после школы сразу, что ли, пришел ко мне? Да. Так, ну смотри, значит, тогда давай так поступим. Дай мне тогда сейчас листочек, у тебя листочек есть, ты же с портфелем смотрю. Сейчас напиши на листочке свой ник, и в итоге я потом тебе выдам владельца сервера. Запиши там, давай. Все. Написал? Написал. Давай. Вот мой ник. Какой у тебя ник? Сержер Про. Сейчас мне не фокусируется камера. Сержер Про. Так, короче, на этот ник тебе выдать владельца, да? Все правильно я понял? Да. Ну все, я понял. Хорошо, я выдам тебе владельца. Дорогие друзья, я ему дам владельца, потому что мальчик хороший. Я думаю, ничего плохого не сделал. Главное... Я ставлю лайки на все твои видео. Вот это вот тебе зачет. Это спасибо тебе. И ты не будешь гриферить же? Не будет. Что, помощник? Ну, как я мог вообще задать такой вопрос? Слушай, ну, все, в принципе, жди, будет все, как только ты уйдешь, я... Вот я гриферить вообще не буду, вот, если кто-то там будет что-то грабить, да, ну? Я прибегу и его убью. Вот это правильно, вот такие мне люди нужны на сервере. У тебя портфель что валяется? Ты как-то давай его поставь, жалко твой портфель. Кстати. Ну что, все тогда, я тебе дал? Да. Ты же смотри, ты же меня застал, когда я сам хотел уходить. Видишь, я в одежде стою. И ты меня как раз застал. Ручку, ручку не забудь. Ручку, вот твоя ручка. Да. Все, мне жалко, что это хорошая ручка. Вот. Ну смотри, давай хорошо учись дальше там. Да. Все. Пока. Пока, давай. Жди, владелец будет. Все. Сообщение пришли. Ну ты зайдешь на сервер, у тебя будет владелец. Уже сейчас, я прямо сейчас пойду выдавать, правда. А. Все, давай, удачи, маме привет. Да. Да, пока. Пока. Ну что, друзья,
Слушайте, а он мне даже настроение поднял. Правда, он мне поднял настроение, потому что, ну, нормальный парень, нормальный мальчик, как бы. Ну, а что бы ему не дать? О, кстати, тут ко мне и кот пришел. Ты как, ты жалеешь, что я ему админку дал? Нет? Нет, он не жалеет, смотрите. Все, хорошо, а сейчас пойду как раз выдавать эту на сервере привилегию. Я ему обещал же, я действительно обещание выполню. Выдал ему привилегию, выдал ему владельца сервера, вот его ник. Сержо Про, действительно есть такой ник, был обычный игрок, я выдал ему владельца сервера. Друзья, надеюсь, вы не будете меня ругать, говорить, зачем я дурак выдал там ему владельца сервера, админку, ведь может быть он грифер, может он меня обманул. Ребят, хороший нормальный парень, хороший добрый Леша, если я не ошибаюсь. Я выдал ему админку, потому что ко мне пришел человек. Конечно, это не означает, что теперь нужно ко мне приходить каждый день и выпрашивать. Если вы смотрите это видео, не значит, что можно ко мне приходить. Я больше не буду так делать. Мне это не очень нравится, но мальчик был хороший. Леша, если не ошибаюсь. Извини, Леша, если тебя не так зовут. Если ты будешь смотреть этот ролик, извини меня, пожалуйста. Но вроде Леша. Поэтому, друзья, не ругайте меня, я думаю, я сделал правильно, и мир не без добрых людей, что такого человек попросил админку, попросил он именно вот этого владельца сервера. Как он меня вычислил? А вычислил он меня с помощью команды SYN, он вычислил IP грифера SYN, он так меня и вычислил, и пришел, точнее его брат он сказал вроде, я уже не помню вот это все. Поэтому, друзья, ставьте лайки, хороший мальчик. Всем спасибо, заходите на сервер, также раздает админки бесплатно. Всех жду, и еще раз всем пока, приятный мальчик. Все, пока. Не хочу быть злым, надоело всегда быть злым и со всеми ссориться. Хочу давать админки бесплатно, хочу вот так вот делать, да, вот так хочу. Все, надеюсь, вы меня поддержите, всем пока.